Всем привет, с вами снова Макс Сой. Сегодня у нас игрушка под названием Зомби-шутер. Игра от компании Atmi Game. Помнится, некоторое время назад у нас была похожая игра. Называлась она Bang Bang Totally Accurate Redneck Simulator. Так вот, там нужно было сбить определенное количество бутылок с помощью рикошета, при этом не застрелить самого себя. Здесь же у нас схожая ситуация, но нам нужно застрелить всех зомби на уровне с ограниченным количеством боеприпасов. Игра браузерная, запустится, я думаю, в любом мобильном телефоне, планшете. В общем, где только можно запустить браузер, там же и можно, собственно, запустить данную игру. Итак, всего у нас 15 уровней, я думаю, сейчас мы их быстренько пройдем. Игра достаточно легкая, веселая, прикольная. Поехали. Так, в отличие от Bang Bang Totally Accurate, здесь не такой мощный рикошет, буквально где-то 5, наверное, 6 отскоков. Дальше пуля уже исчезает. В целом игра достаточно веселая. И легче гораздо, чем Bang Bang. Здесь же можно просто тупо расстреливать боезапас и надеяться на рикошет. Вот так. Ну давайте, у нас еще осталось 4 патрона. Так. Есть, отлично. Так, один сложный момент. Смотрите, зомби наверху справа. Вот их достаточно сложно достать. Так, давайте вот так попробуем. Что-то не так. Ха! Зацените-ка! Вот так вот, со второго захода все зачистили. Как я и говорил, можно просто расстреливать патроны, в принципе, куда-нибудь что-нибудь да прилетит. Так, 5 патронов. Весело, весело. Так, сколько у нас получается? 6 уровней уже прошли, да? Ага, он нам не засчитался. Вот смотрите, нельзя выходить, пока полностью уровень не пройдешь. Так, как бы тебя достать? О, отлично, отлично, отлично. Не, ребят, веселая игра, реально веселая. Простая и веселая. Пробовал в нее также на телефоне играть. Тоже отлично, достаточно бодренько идет и весело. Так, сейчас смотрите. Не понял. Какого хрена? Дубль 2. А почему ж не сработало? Давай еще раз посмотрим. Ага, теперь сработало. Так, последний зомби. Блин, я не знаю даже, как его достать. Давайте еще разок. Есть. С остальными будет проще разобраться.
Все время какой-то кусочек цепи падает сверху, заметили? Я не знаю, откуда он, с первого уровня или с какого-то остался. Так, теперь вот этих двух засранцев слева сверху. Сам не понял, как попал. Такс. Вообще в легкую, ребят, вообще. Так, вот здесь уже, наверное, будет посложнее, да? Или нет? Сейчас проверим. 24 патрона у нас показывается. Да нет, в принципе, вроде бы. Вроде бы не сложно. Как-то вот наверх надо прострелить. Давайте со сколько? 6 патронов. Да что ж такое-то? Во! А стоп, а какого хрена? У нас кто-то остался живой? Ладно, еще раз попробуем. Да, ребят, сквозь вот такое количество ящиков уже простреливать ни хрена нелегко. Смотри-ка, ты чё? Да, надо снизу, пожалуй, начинать все-таки. Вот. Ага. Ну и последний. Все шикарно. Так. Еще попасть надо в определенный момент. Да что ж такое-то? А, вот. Есть один. Так, у нас остался последний. 12 патронов. Даже не знаю, как вот отсюда. Ну да, наверное, лучше всего отсюда. Вот. Все, ребят, вот такая вот коротенькая игрушка. 15 уровней. Да, можно перепроходить уровни. Собственно, собрать все 3 звезды в каждом уровне. В общем, ну прикольно. Ну что, давайте на этом закончим. Посмотрим еще другие игры в следующий раз от этой же компании. Там у них достаточно много игр прикольных. В общем, всем удачи, всем пока.